Всем здравствуйте, ребята. Хотел бы поговорить сегодня по поводу Ragnarok Online. Я нахожусь на корейском сайте серваке. И хотел бы поговорить про то, как делается игра, что она живет и процветает. А также попытаться донести то, что не стоит вам играть на русских серверах, таких как Motor и Prime. Вы должны понять собственной головой, что там на одном идет конкретная выкачка денег, можно даже сказать путем обмана в какой-то степени. В другом просто очень сильно искаженная механика, ну, можно сказать изуродованный сервер. А под тех, кто играет там, наверное, с открытия. Вот здесь есть такая штука, как делается, как должно быть. Заметки разработчиков, то есть по кварталам выпускаются обновления. 2024 год запланировано у нас что? У нас запланировано расширение в августе 2024 года в честь 22 годовщины. Базовый уровень будет расширен до 275 уровня, а джоб до 60. Ну, собственно, картиночка предлагается. Также атрибуты тоже будут повышены до 110. Заметьте, это все на 2024 год будет одна цельная обнова. Добавляют, значит, они подземелья на кач до 275, где качаться можно. Мобы. Вот, пожалуйста, также можно ознакомиться. Обновление навыков, ну, можно сказать, ребаланс, и они вводят 15 новых навыков для класса. 15. И, конечно же, демонстрация такая коротенькая, показывается, вот, что, как бьет, куда бьет, кого бьет, откуда бьет, какой тип урона и все такое. Вот. Для биолога добавили, видите, умение называется взрывной порошок или что-то такое, Dust Explosion. Ну да, взрыв порошка. То есть он рассыпает порошок, который через время детонирует. Очень хороший сплэш у него, очень хороший. Также вот для музыкантов новое умение, что-то с музыкой связано. Ну, я как бы не очень всегда любил музыкантов, не вникал. И для ниндз также будет, для ночного дозора новый скилл добавленный, который тоже очень хорошо, хорошую площадь покрывает. Да, фонит. Вот он. Далее. Они обновляют эффекты. Они обновляют даже анимации. Вот как оно будет выглядеть по-новому, да. А также спрайты. Ну что там у нас? Гомункулы, всякие элементали призывные. Вот видите. АБР робот для мейстера, вот он. Что такое? 21 эпизод, ребят, 21, услышьте. Йорскальф называется, мемориальное подземелье. Финальная битва, сложный режим, планируется обновить в четвертом квартале. Это у нас четвертый квартал, осень, зима. Вот и анимация. Что это за место? Дополнительный контент, связанный с 21 эпизодом, будет обновлен. И чтобы как-то завлечь, не знаю, простимулировать игроков. И, ну, не то что пообещать, а сказать, что будет дальше. Намекнуть, проспойлерить, протизерить. Вот. На 2005 год новая история. Начинающий эпизод, я так понял, будет называться главы. 21 эпизодом приключения подошло к концу. Начиная с 25 года мы готовим новую историю и приключения под названием главы. Вот, и посмотрите, какая локация красивая. И вот такие вот растения и цветы сумасшедшие. Там везде лава, можно предположить, конечно, какой-то данж. Типа вот еще какой-то, посмотрите, набросок был. И как персонаж, соотношение человечек, да, и... строение вот это плюс, а самое еще одно из самых сладких — это новые профессии, ребят. Пятый проф. Я со знающим человеком общался, и он подтвердил, что это именно так и есть. Это пятая профессия. Пристегните ремни, потому что это действительно правда. И что будет дальше, это
одному Богу известно. А еще раз повторяю, подчеркиваю, что Рагнарок развивается, он не стоит. В 2024 году он развивается, в 2025 году он будет развиваться. Никогда не будет того уебищного времени, забудьте про него, когда вы там играли на вторых профах или на адвансах. Это в прошлом. Сейчас игра намного лучше, но другая, она современная. В нее и надо играть, поймите это. У них проводится отбор национальной сборной Кореи. То есть они, видите, тут патями что-то мутят. Короче, экипировка какая-то будет выдаваться с ограниченным временем действия. На команд костюм полумесяца. То есть, ну это ивенты, это очень круто. Проводятся чемпионаты. Вот что ж, я надеюсь сегодня увидимся в следующих заметках разработчиков. Вот, то есть эти люди, они делают идеально правильный продукт, подстегивая игроков играть, 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 играть. А донате ни одного слова. Он там не нужен. Вот, я единственный сервер знал, который был похож. Он был похож всем. Там не было, конечно же, знаков корейских текста. Он был похож... Ну, даже не знаю, очень много чем, направлением, прежде всего, ивентами, в совокупности всем. Также писались про планы. Это сервер, который сейчас закрыт, Ragnarok Online Play.ro, российский, самый лучший сервер, который был за все время, вот сколько я знаю, лучше не было вообще, просто в принципе не было. И пока еще никто его не смог переплюнуть. Вот. Чтобы для наглядного примера вы понимали, что в 2024 году 21 эпизод уже работает, идет на Play.ro, когда его закрыли, по-моему, был 19 или 20. Это был год назад, осенью закрыли. И либо 19, либо 20 эпизод уже был там. Сервер работает, насколько я помню, с 16 или 17 года открытия. А теперь смотрите сюда. Мы переходим в вкладку D-Prime. Ребят, это официальный русский сервер. Ну, посмотрите теперь сюда. И вы сейчас поймете. Сейчас там всего лишь 17500. И его недавно ввели. Вот. 185 уровень. То есть здесь сделано все настолько уродливо, чтобы игрок... Там ни клиент обновленного вы не найдете, ничего хорошего. То есть вас ожидает здесь куча доната, отвратительное отношение администрации. Очень сильно заторможено просто ввод контента в совокупности. Я вам категорически настоятельно рекомендую, ни в коем случае, даже не пытайтесь начинать на этом сервере играть. Просто поставьте жирный крест. И не играйте здесь. Следующий у нас по списку идет не менее отвратительный сервер, который все еще живой. Как мне сказали, почему его не закрыли? Потому что он настолько уебищный, что об него даже не хотят марать руки. И это так воистину. Это Мотор. Тут до сих пор. Вот они профессии. В ногу со временем этот сервер априори не может идти. И никогда этого не будет. Вас здесь ждет донат. Вас здесь ждет отвратительные рейты. Искаженные умения персонажей. В общем, все очень плохо. Все очень плохо. Устаревший клиент. Перемещение по миру отвратительное. Ну, что, давайте-ка посмотрим, кстати. Ну, возьмем квесты. И мы сейчас посмотрим текущий эпизод. А текущий эпизод 17.2. Наследие мудреца. Пожалуйста. Что на прайме? А на прайме даже более хитро сделали. Ввели 17.1.5. Эти черти без руки не могут даже полноценный ввод эпизода сделать. 17.1.5. Такого эпизода никогда не было. Был 17.1, следом за ним выходил 17.2, наследие мудреца. Вот. То есть,
на минуточку, это на несколько лет просто буксуют конкретно оба сервера. И буксуют они специально и принципиально. Чтобы игроки сидели дольше, чтобы игроки больше платили денег. Ни в коем случае на этих двух серверах, если вам дороги свои деньги, которые вы зарабатываете, время, нервы, просто ставьте жирный крест на этих двух серверах. На них нельзя играть. Где можно поиграть, лучше вы меня спросите, я там помогу, чем могу. Лучше зайдите на интернациональный сервер, где будет контент нормальный, где вы сможете с кайфом поиграть. Как я уже упоминал, Сияющую Луну и вот сервер Мухро. Здесь очень хороший онлайн, очень хорошая экономика, есть команда для перемещения, есть очень много всего. По-моему, здесь сейчас 20 эпизод, насколько я помню, по обновам. Живая экономика, живой рынок. Ради бога, играйте только на хороших серверах. И думать забудьте за российские сервера сейчас, в настоящее время. Их нет. Но есть кое-что, то, о чем бы я с вами хотел поговорить насчет российских серверов. Есть один лучик света. Один лучик света, с которым я общаюсь. Опа. И не все так плохо. На будущее про русские серверы. Это, естественно, никаким образом. Ох ты. Это, естественно, никаким образом не касается Prime и Motor. Пока не буду больше говорить. Будут еще видосики. Я хотел вам донести. Опять записал вот такое вот видео. Сделал небольшое сравнение. Вот так. Поберегите себя. Играйте только в хорошие игры, выбирайте хорошие сервера, даже если они не на русском языке. Поверьте мне, это проблема и камень преткновения быть не может. Если вы действительно хотите хорошие игры, качественные, прошу, пока, на данный момент, можете поиграть здесь. Вот, пожалуйста, вот лицо вот этого сервера, пожалуйста. Заходите, играйте, у меня видосы по нему есть, ссылки есть. Все очень просто. Заходим, играем. Вопросы будут? Спрашиваю. На сегодня все. Спасибо большое всем, кто посмотрел. До новых встреч.